Если маете кимоно, остаетесь только ниже пояса. Свешивайтесь, подходите ко мне, я записываю. Чистый вес. Пожалуйста, раздели, что ты туда пошел? Раздели. Майку тоже сняли. И пошли взвешиваться. Эй, я сказал майку снять! Майку снять! Вышел оттуда! Ну, тирани, блин. Я вообще в шоке. Майку куда? Там положи. Ты что, придешь на соревнования, возьмешь пальто, куртку, майку и пойдешь вешиваться? Спросит, кто твой тренер, скажи, что, еще будет смеяться надо мной. Нет. Так, Денис борется.
веса 60 килограмм. 60 килограмм, чтобы не больше было. Сюда, не надо. Не надо худеть. Качаться надо. Вот сюда передо мной, чтобы сзади меня. Дальше отойди, что ты руки здесь поставил, еще письку положи здесь. Что за манера? Ну а как? Все руки на меня положи. Сделали два шага назад. Встали в колонну по одному. Друг за другом встали. Денис, друг за другом, затылок. Никита, сюда, пожалуйста. Шаг, между вами должно быть шаг. Что вы жопами трогаете друг друга? Шаг! Я никого не трогаю. Так. Фамилия. Зовут. Год рождения. Вес. 41 500. Твоя категория, Владимир. Ты борешься. В субботу. В субботу ты должен быть 12 часов на соревнованиях. 12, ты будешь позже начинаете. Так, весовая категория у тебя четвертая, сколько ты сказал? 41,5. У тебя 42 килограмма. Понятно, да? Все, можешь идти. Так, фамилия. Зовут. Год рождения. Вес. 43. Где тренируешься? Кто тренер? Каталупенко Сергей. А спортивная школа. Лучше сказать Каталупенко Сергей, мне сами это пишут. Да, пожалуйста. Значит, Сунгуряну, у тебя вес 43 600. У тебя должен быть 43. О, блин, он говорит. У тебя должно быть 46. 46? 46 должно быть. Меньше нет. Жрать надо и не срать. Да! Так, дальше. Во сколько ты начинаешь бороться? Ты начинаешь бороться в 2 часа. 2 часа. Ты уже взрослый парень. Тебе уже надо жениться и детей иметь. А ты все, блин, не живешь, блин, дома. Что ты живешь? Мама живешь? Хлопья живешь? Хорошо, ты все. Так, Хэнк Кудан, два шага назад. Что ты ко мне подошел? Еще одна шага, я тебя вижу. Хэнк Кудан, сколько раз отжимаешься? Я 50. 50? Врешь. А по-русски знаешь как? Дальше, приседания сколько можешь? 100 раз можешь? Что? Ты должен так отжаться 30 раз четко. 100 раз четко присесть. Четко. Четко. Пресс делаешь 30 раз четко. И на перекладине 5 раз подтянуться. Что? Дома взял два стула, поставил и подтягивайся. А все, что жрешь тренеру, все свободен. Так, Никита, как ваша фамилия? Никита, Никита, год рождения. Так, вес. 53 400. Значит, Никита, во сколько начинаешь бороться? Не знаешь. Я тебе скажу, 2 часа быть на соревнованиях. В субботу, потому что вы позже. Можешь прийти раньше, посидеть, посмотреть, нет проблем. Но 2 часа ты же должен быть готов выйти на ковер. Дальше. Твоя весовая категория. 55 килограмм. Жрать надо. Все дед, знаешь, как все работают? Сейчас я скажу. У кого 57-58, все гоняют 55. У кого 63-64, гоняют 60. А у тебя 1,5 килограмма нет. Жрать и качаться. Вот сейчас поздоровел немножко. Молодец. Все. До свидания. Денис, ты понял, когда ты борешься? Во сколько должен быть? 12. А, подожди, у тебя какой вес? 60. 60. Смотрим.
64, 65. У тебя 60 килограмм. А можно 10? Можно в 10, можно в 10. Но 12 уже надо быть. Прошу вас. Пожалуйста, фамилия. Вот рождение. 2002. Вес. 64. Ой, 64. 400. 400. Значит, если 54, значит, это 55 килограмм. Когда борешься? Во сколько? 2 часа. Да, 2 часа быть уже там. Все, хорошо. Да, пожалуйста. Денис, еще раз тебе говорю, пошли своего друга нафиг. Ну, хорошо. Нет, ты дружить можешь. Но когда он тебя ведет пиццу, например, там, играть, он хороший пацан. Но из-за того, что... Нет, лентяй из-за того, что физически слабый. Если бы у него ноги, будь на ноги слабый. Вы просто балуетесь, вот знаешь, будем говорить так, знаешь, я тебе скажу, жена берет мужа, да? А потом думает, тут он курит, пьет, она думает, я вот женюсь, ты замуж выйдет, я его исправлю, он не будет курить. Вот у меня уже жена, знаешь, сколько лет ты справляешь в беленькой? Сказать тебе. Сейчас тебе скажу, 24, 63, 64, 40 лет исправляет, мама меня исправляет, 63 года, жена исправляет, сестра исправляет, шагалитяй меня. Никто, ни директор, никто не может меня исправить. Как яблоко это испорченное ставишь? Нет, я не испорченное яблоко. Нет, это я, например, да. Нет, такое пример не надо. Если человек лентяй, все, он по жизни будет всегда лентяй. Если человек полный, он может голодать, потом опять нажрется. Да, то есть это психотерапевт, это же никак. Не надо просто больше кушать. Уже немножко по-другому там, подкачаться, еще что-то. А так, чтобы не жрать, все равно потом жрать. Пожалуйста, возьми камеру, направь, пожалуйста, вот на эти. Она работает? Да. Видно, да? Поставь вот прям вот эти. А это тоже? Нет, это не надо, это не работает, я забыла. Хорошо, до свидания. Ну, спасибо. Еще раз, я, наверное, пусть он пока походит, но я, наверное, не знаю, передам его в другую секцию. Знаешь, какую секцию? Владимир? Да. Знаешь, что надо делать сразу? Дома надо взять таблетку, стрептоцид, купить в аптеке, она стоит 10-12 лет, там 12 штук. Посмотри на меня, берешь таблетку, стакан, просто у меня старая называется, порошок ее, на листик и закрываешь. Потом берешь рану, посыпаешь вот этим белым порошком, потому что ты белый. Он дезинфицирует, и не закрываешь рану, ничего туда не ставишь. Просто порошок. Он прилипает, и не смываешь его, стараешься не трогать. И все. Да. Ай? Все, молодец. Петруха.